мощный утюг с большим резервуаром и насадкой для деликатных тканей. В этом видео покажем утюг Браун TS-775 ETP. В картонной коробке вместе с прибором лежит мерный стакан, насадка для деликатных тканей и инструкция. У модели эргономичный пластиковый корпус в серых тонах. Здесь удобная консольная рукоятка с поворотным регулятором интенсивности пара и двумя кнопками для распыления воды и парового удара. Под ручкой стандартно расположен терморегулятор, а ближе к тыльной стороне вывод 2,5-метрового шнура. Благодаря шаровому креплению шнур не будет путаться и перекручиваться во время глажки. Подошва утюга сделана из анодированного алюминия. Такая хорошо скользит по ткани и не боится царапин. В узкой носовой части предусмотрена треугольная зона со множеством отверстий для выхода пара. Она пригодится, чтобы отгладить сложные участки вроде воротников и карманов. Объем контейнера для воды 400 мл. Он прозрачный, поэтому следить за уровнем воды легко. Для лучшего контроля на стенке есть мерная шкала. Отверстие для заполнения резервуара находится в основании носика и надежно закрывается крышкой. Мощность утюга 2400 Вт. Он нагревается меньше, чем за минуту. Пар подается с интенсивностью 50 грамм в минуту, а мощность парового удара составляет 200 грамм в минуту. Это позволит разгладить самые глубокие складки на ткани. Из особенностей модели – функция вертикального отпаривания, система защиты от накипи и противокапельная система, которая защитит вещи от мокрых пятен во время глажки. Что в итоге? Этот утюг Браун – мощный прибор с быстрым нагревом, вместительным резервуаром и легко скользящей подошвой. Он может гладить и отпаривать вещи, справляясь с деликатными материалами и глубокими заломами на тканях.